Привет, что читаете? Сегодня дежурная почти не я, Анна Андреева. Дина Рубина – русскоязычный автор, номинант 6 крупных литературных премий. Ее тексты были использованы для «Тотального диктанта» в 2013 году. Сборник «Озябшие странники» можно читать, не отрываясь. Рассказы разных лет объединены еврейской темой и темой путешествий. Италия, Испания, Франция, Австрия, Израиль. Существует мнение, что эту книгу можно читать вместо отпуска. В каждом рассказе находится еврейская община, в которой происходят разные интересные истории. Дина Рубина – мастер своего жанра. Она умеет вовремя пошутить, изредка взгрустнуть, образно описать. Чтобы убедиться в этом, вы можете взять сборник Дины Рубиной в Центре чтения Дворца книги. А вы читали этого автора? Делитесь в комментариях.